В четверг в столице Дании открылся ежегодный Копенгаген Fashion Summit, одно из самых значимых мировых событий в области социально-экологической ответственности индустрии моды. Открыла встречу кронпринцесса Дании Мэри. Мероприятие проходит раз в два года. Оно собирает более 1000 ключевых специалистов фэшн-индустрии со всего мира, включая трендсеттеров, бизнесменов и политиков. Индустрия моды – одна из самых загрязняющих. Тема на повестке дня – влияние производства на окружающую среду и то, как его минимизировать, а также этические проблемы использования человеческого труда в странах третьего мира. Обсуждают также инновации и поведенческие модели клиентов. Проблемы в индустрии моды глобальны, и поэтому решать их нужно сообща всем миром. От всех, кто вовлечен в фэшн-цикл, требуются совместные действия от производителей до потребителей. Мы все несем ответственность, и вместе мы можем быть катализатором для изменений. Многие компании, большие и малые, уже посвятили себя рациональной моде. Этот путь труден, результаты различны, но они могут быть очень вдохновляющими. В этом году саммит совпал с годовщиной обрушения 8-этажного здания в Бангладеш, в результате которого погибло более 1100 рабочих текстильной фабрики. В рамках саммита в память жертв той трагедии проводят специальную сессию, на которой также обсуждают, как подобных случаев можно избежать в будущем. Ну и какой же модный саммит без модного показа? Свои творения представили 10 скандинавских дизайнеров, продемонстрировав, что социально и экологически ответственная мода также может быть востребованной и стильной.